Уникальная не только в России, но и в мире площадка по реализации бережливых технологий как в жизни людей, так и в науке, промышленности и во многих других сферах. Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев вместе с главой региона Глебом Никитиным в Нижегородском Кремле подвели промежуточные итоги реализации программы «Эффективная губерния». По словам Лихачева, в 9 регионах в этом году «Росатом» начал реализацию этого проекта, и здесь, в Нижегородской области, получены наиболее высокие и значимые результаты. Лихачев также отметил, что правительство региона наиболее оперативно включилось в работу. Напомним, проект «Эффективная губерния» реализуется в регионе с начала 2018 года по инициативе Глеба Никитина. Суть проекта заключается в повышении производительности труда за счет внедрения бережливых технологий. Проект затрагивает разные сферы – промышленность, здравоохранение, образование, социальную защиту, государственное управление и сельское хозяйство. Действительно, получены серьезные результаты по повышению эффективности как управленческой, так и производственной. И самое главное, сделан серьезный задел на будущее. И второй результат этого года, который фактически мы сейчас на совещании вместе с Глебом Сергеевичем отфиксировали, это готовность подняться за следующий год еще на один этаж выше. И не просто вести программу повышения эффективности производственных и социальных процессов в Нижегородской области, а сделать здесь уникальный образец для всей Российской Федерации. Это будет задача следующего года. Такого нет и никогда не было в Российской Федерации. Думаю, что и в мире, в муниципалитетах, в крупных регионах аналогичных проектов нет. Если такую работу в них развернуть, мы уже будем решать двоякую задачу. То есть не только повышение производительности труда, и повышение эффективности и улучшение жизни граждан, как в случае, например, социальной сферы. Здесь мы можем уже замахнуться и на решение через эту направленность, решение проблемы улучшения инвестиционного рейтинга.